Завершился сезон в чемпионате Московской области по футболу. В Лиге А Серпухов в последнем туре на своем поле разгромил соперников из училища Олимпийского резерва номер 5 со счетом 6-3. 5 голами в составе нашей команды отметился один из лучших снайперов первенства Александр Лумона. Таким образом, серпуховичи заняли в чемпионате итоговое 10-е место. В прошлом сезоне наш клуб был третьим, но рангом ниже в Лиге Б.